Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. Чи відчуваєте ви, що втомилися, забагато справ з'явилося у вашому житті? Можливо, це вже захворювання? Тож ми дізнаємося сьогодні, що таке втома, що з нею робити, і, можливо, це захворювання перетворилось на хронічне. І допоможе розібратися нам з цим питанням Лідія Дукач, директорка комунальної установи «Дніпропетровський лікарсько-фізкультурний диспансер», кандидатка медичних наук, доцентка. Пані Лідія, дуже раді, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Тож, хронічна втома. Багато людей скаржаться, що погано себе почувають, не знають, як впоратись і виконати усі справи, які навалилися у їхньому житті. Тож, можливо, це втома і що з цим робити? Здравствуйте, здравствуйте, зрители, здравствуйте, Юля. Я очень рада бувати на вашій передачі. И сегодняшняя тема необыкновенно актуальна и очень интересна, потому что синдром хронической усталости, этот диагноз вошел в нашу жизнь совсем недавно. Первые, кто стали ставить такой диагноз хронической усталости, это были американцы в Соединенных Штатах Америки, которые еще 100 лет назад определили это в отдельное заболевание. Пока был Советский Союз, пока вот обустраивалась Украина до реформы здравоохранения, у нас тоже такого диагноза не было. Но болезни цивилизации наступают. Болезни жителей городов наступают, и поэтому появился такой диагноз уже и в нашей стране. Что он подразумевает? Синдром хронической усталости – это такой многогранный симптомокомплекс, который можно принять за различные другие болезни. Он очень пограничный, этот диагноз. Он очень близок к диагнозу астения, неврастения, авитаминоз, гипотоническая болезнь, состояние после вирусной инфекции. То есть это настолько тонкая грань между этими заболеваниями, что его очень сложно выделить. Но в настоящее время существует 2 симптома, и если они у вас повторяются периодически, то можно сказать, заподозрить, что у вас есть синдром хронической усталости. Первый симптом – это периодически появляется нарушение когнитивных функций, то есть невозможно собрать мысли в кучку, сосредоточиться на какой-то проблеме, эффективно ее решить, эффективно распределить время. И такое появляется периодически в течение 2-3 месяцев до 5-6 раз. Угу. Причем это состояние не поддается никакой коррекции. Ну, раніше ви могли впоратись, так? Ви знали, як скласти усі свої справи і розподілити правильно. А зараз ви не можете, так? Тобто це тільки тоді працює. Чи якщо людина... Це перший симптом. Другий симптом – це появлення неприятных ощущений в положении стоя или сидя, а особенно, когда вы переходите из лежачего положения в стоячий или в сидячий. Это усиливается головокружение, появляется расстройство зрения, может быть, радужное зрение, может быть, мелькание мурашек перед глазами, может быть, появление таких вот темных пятен перед глазами, учащенное сердцебиение и аритмия. Ой, пані Лідія, я вам скажу, що люди, мабуть, більшість зараз скажуть, що там можуть бути проблеми з тиском у когось, може просто так, багато людей страждають на такі симптоми. Ось такі розстройства, але вони вкупі, в 2 цих симптоми, які періодично з'являються, і при цьому найголовніший симптом – це фізична усталость. Ось відчуття, що немає сил зовсім ніяких, деякі люди, особенно женщины. Женщины болеют 2 раза чаще, чем мужчины. И в возрасте от 40 до 50 лет прямо буквально пластом лежат, потому что у них нет сил ничего делать. Конечно, эти состояния свойственны многим заболеваниям. Есть у нас гипотоническая болезнь, есть гипертоническая болезнь. И при том, и в другом случае можно себя плохо чувствовать. Есть вирусные заболевания. Очень часто связывают появление синдрома хронической усталости с появлением, с диагностикой вирусных заболеваний. И периодически в прессе появляется сообщение о том, что вот вспышка синдрома хронической усталости есть в определенной местности или даже в каком-то населенном пункте. Ничего себе. И при этом в крови у людей появляется какой-то вирус, который не могут идентифицировать. Угу. В мире предполагают, что есть около 100 миллионов вирусов, но точно описаны всего лишь около 6-7 тысяч вирусов. Это те, которые вызывают у человека определенные заболевания, четко. Но вот в крови таких людей появляется какой-то вирус, который не могут идентифицировать. Потом... Це просто, знаєте, якийсь жах, те, що відбувається. І головне, що дуже важко і складно визначити, що саме з вами. Поэтому и врачи очень редко ставят такой диагноз. Он существует, международная классификация болезней. Но четко поставить этот диагноз не представляется возможным. Такого больного долго-долго обследуют. Кстати, у больных таких появляется расстройство иммунитета. Поэтому часто этим страдают аллергики.
Этим часто страдают люди, перенесшие вирусные заболевания, которые отразились на функции вегетативной нервной системы и иммунной системы. И одним из симптомов является, кстати, увеличение лимфоузлов, болезненность лимфоузлов шеи, болезненность горла, такой плохо поддающийся лечению фарингит, появляется припухлость лимфоузлов, даже может быть и подмышкой, расстройство сна и общая вялость и усталость. Угу. Поэтому вот эти симптомы, они свойственны и депрессии, и астении, и авитаминозу, и вот различных, столько много болезней, такие больные гоняют по кругу, и практически я за свою жизнь еще не видела человека, которого поставили бы такой диагноз. Угу. Пані Лідія, ну, можливо, просто це ще не ввійшло в таку норму, і, ну, немає чіткої класифікації, через те, можливо, так і є. Але тут можна, мабуть, дати рекомендації людям. І, можливо, вони допоможуть як в одному випадку, так і в іншому. Тобто, людина позбудеться як одних проблем, так і інших. Ну, наприклад, вона зможе відпочити, розслабитись там, не знаю, може якийсь релакс, можливо, зміна діяльності допоможе. Тобто щось треба зробити з вашим організмом, аби ви стали себе інакше почувати. Ну от, нужно чітко розуміти, що якщо у вас виникає таке стояння, коли ви себе фізично плохо чувствуєте, ви роздражительні, вас роздражають, ще, кстати, к синдрому хронічної усталості відноситься розстройство обоняние. Резкие запахи раздражают, резкие цвета раздражают, появляется такая раздражительность и даже нервозность какая-то очень сильная, то первое, что все рекомендуют, это наладить режим дня. Потому что хроническое недосыпание, хроническое умственное перенапряжение в ущерб физическому напряжению приводит вот к таким вот неврозам, таким расстройствам глубоко в центральной нервной системе. Наш организм сделан таким образом, что у нас должна чередоваться умственная деятельность и физическая деятельность. Еще Иван Петрович Павлов, это было частью его той работы, за которую он получил Нобелевскую премию, что когда мы работаем физически, отдыхает центральная нервная система. Когда мы работаем центральная нервность интеллектуально, то отдыхает физическое тело. И смена этих родов деятельности улучшает качество жизни человека и продлевает его жизнь. Угу. А людина больше втомлюється от физической работы или от розумової деятельности? От чего больше? Ну, смотря кто и как. Считается, что больше вызывает усталость именно интеллектуальная работа. Потому что в нашем теле очень все наше тело приспособлено к физической работе. Приблизительно одну треть массы тела составляют мышцы, которые должны работать, чтобы мы чувствовали себя хорошо. И когда они не работают, ухудшаются практически все функции в нашем организме. Функция сердечно-сосудистой системы, функция регуляции давления, функция регуляции температуры. Все, мышцы не работают, кровь замедляет свое движение, идет нагрузка на сердце, сердце работает медленнее. И естественно, что орошение головного мозга крови ухудшается, а напряжение увеличивается. И вот этот вот дисбаланс, он вызывает нарастание продуктов жизнедеятельности клеток головного мозга, и это приводит к возрастанию усталости. Пані Лідія, а ось ми вже так зрозуміли, що це таке. Якщо людина, наприклад, лягає спати і прокидається вже втомленою, це теж може свідчити про хронічну втому, ну таку вже, яка затягнулася. Поэтому вот первое, что нужно, я уже еще раз подчеркиваю, это нужно наладить режим дня, сна и отдыха, вообще гигиенический режим дня. Мы об этом еще в школе с вами изучали, мы об этом читали в учебниках, и в литературе всегда читаем. И у каждого человека есть свой эффективный период сна. Кому-то достаточно выспаться 4 часов, а кому-то нужно 9 часов. И это очень индивидуально. Нельзя сказать, что вот всем нужно спать 7 часов и все. Ребята, которые служат в армии, это самые всегда здоровые ребята призываются. И возраст такой с 18 до 20 лет. Вот среди них тоже есть, как говорят, и жесовы, и жаворонки. Поэтому изучение армейских привычек привело к тому, что мы знаем по физиологии сна очень много. Но спать нужно каждому индивидуально достаточно. Не напрягать умственные способности, не делать интеллектуальную работу позже, чем за 2 часа до сна. Это препятствует хорошему качеству сна и препятствует засыпанию. Поэтому нужно дать мозгу отдохнуть перед тем, как уснет.
А от знаєте, зараз багато, я перепрошую, пані Лідію, багато молодих людей з гаджетами засипають і з телефонами, і щось там десь перед сном прочитали, чи подивилися. Ну, тобто все життя перетворилося на таку розумову працю. Ми нібито нічого не робимо, відпочиваємо, але все одно ми напружуємо усі клітини нашої нервової системи, ми дивимося, ми читаємо, ми напружуємо зір, тобто все одно ми працюємо. Так, да, ми нарушаємо фізіологічні процеси в організмі. У нас організм зробить таким образом, що коли темніє в природі, то ухудшається зріння, обостряється слух, обостряється нюх, но ухудшається тактильна чувствительність. Така, це така наша фізіологія. Ми робимо все наоборот. И поэтому возрастает расстройство внутри функциональных систем в организме. А еще если подушку или под подушку положили планшет или телефон, и так периодически туда заглядываем, то это очень плохая привычка. От нее нужно уже отказываться. Ну так. А да. Скажите, пожалуйста, пані Лідія, а чи часто так трапляється от в вашій практиці, що за останні часи, можливо, вже люди почали, медики, цікавитись і розробили ті методики, які допоможуть позбути, ну, не знаю, там, за якийсь час відмовитись від гаджетів, так? Можливо, треба їх зранку не вмикати, можливо, ввечері перед сном, от ви кажете, так, за дві години треба, щоб спокій був, і до цього треба теж звикати. А молоді люди не дуже звертають увагу на це, вважають, пока молодой, пока кажется, що все у вас функції в організмі поки все отлично, ніхто на це не обращає внимання, но це должно бути воспитана привичка, це должна бути культура така у человека. А в воспитании культуры имеет большое значение семья. Как окружающие люди себя ведут в семье, так ведет себя ребенок, так вырастает таким молодой человек и дальше человек взрослого возраста. И вторая очень необходимая вещь – спать достаточно и достаточно двигаться. Потому что в основе этого лежит гиподинамия. Когда мы мало двигаемся, то отсюда выплескивается очень много сопутствующих проблем. Поэтому наладить двигательную активность, хорошо спать – качественно питаться, потому что синдром хронической усталости еще подразумевает нарушение так называемого функции митохондрий. Это те органеллы внутри клеток, любой клетки нашего организма, которые вырабатывают энергию для того, чтобы клетка работала. Так вот, было замечено, что люди, страдающие хронической усталостью, у них, даже если они достаточно кушают и сладкого, и углеводов, и жиров, эти вещества не используются в митохондрии для производства энергии. Где-то есть блок. Поэтому должно быть сбалансированное качество питания, которое достаточное, раз, и разнообразное, два. В нем должны быть обязательно витамины, макро- и микроэлементы. Поэтому очень часто вот эти все симптомы хронической усталости принимают то за авитаминоз, то за диссинхроноз, то за счет того, что развивается недостаточность питания, развивается кахексия, то чрезмерное питание. Но все это складывается молекула к молекуле, вот на этот синдром выливается. И есть так называемые митохондриальные болезни, когда нарушается функция митохондрии, вот здесь вот большое значение имеет вирусная инфекция. До речи, с ковидом зараз теж може бути пов'язано ті наслідки. Постковідний синдром. Постковідний синдром, він, можливо, теж пов'язаний з синдромом хронічної втоми. І поки наладиться робота митохондрії, вона почне працювати так, як треба. Вот россияне провели большие исследования, они связаны с функцией L-карнитина. Есть такое вещество, которое уже есть в аптеках, которое есть в спортивном питании. Это вещество доставляет молекулу жира внутрь митохондрии. Так было 100% замечено, что люди, которые страдают таким синдромом, у них карнитина в организме мало. И назначение L-карнитина приводит к улучшению качества жизни и снижению симптомов хронической усталости. Пані Лідія, а ну так, якщо ми вже будемо підсумовувати все, що було сказано, чи достатньо буде людині поїхати у відпустку, наприклад? Це саме замечательне рішення питання. Можливо, на два тижні, так? Це да, можна, не менше 10 днів. Не менше 10 днів. Якщо немає такої можливості, як владнати, як зробити так, щоб ваша втома не перетворювалась на хронічну, не затяжною була? Прежде всего, уделіть увагу собі. Напишите с утра план работы, как вы проведете этот день с учетом всех рекомендаций врачей, чтобы этот режим дня был правильным, чтобы было достаточно времени отдохнуть и немножечко в течение дня исключить сильно возбуждающие напитки, крепкий кофе, напитки, содержащие кофеин. Лучше принимать чай, потому что в чае содержатся вещества, которые не дают кофеину действовать резко и быстро. Поэтому чай по содержанию кофеина больше, но действует мягче в связи с тем, что там есть вещества, которые потихонечку отсоединяют кофеин, и этот кофеин мягче начинает действовать на организм. Исключить вечерние возбуждающие вечеринки,
посещение ночных клубов, а просто себе на 2 недели устроить такой лечебно-курортный режим в доме. Хорошо так. питаться, принимать поливітаміни і дозувати умственну і фізичну нагрузку. Ну, це, мабуть, знаєте, пані Лідія, людина розуміє лише тоді, коли вже все, коли вже погано себе почуває, коли вже треба щось робити. До того люди працюють і перенавантажують свою і нервову систему, і фізичні можливості. І ось трапляються такі випадки, з якими тоді дуже важко впоратись. За який час можна позбутись хронічної втоми? Скільки треба, можливо, для когось і не рік, а 2 роки знадобиться, а комусь достатньо буде відпустки, і людина буде себе вже поновленою. Якщо у вас вперше виникли симптоми, достатньо відпустка. Але якщо вони виникають в течение полугода или більше, то от скільки часу ви испытываете це состояние, стільки часу нужно на то, щоб від нього уйти. Тому що потрібно переделати свої собственні привички, а це тяжело. Якщо ви привикли вот так жити, вот так вот работать, вот так отдаваться работе и всего себя посвящать работе, то это прекратить, на это нужно большое время и большой самоконтроль. Это тяжело. Ну, але ж ми хочемо бути здоровими, ми ще хочемо плідно працювати. А якщо вже є синдром такої хронічної втоми, вже зрозуміло, що наш організм, він зношується. І поновити ці сили треба, інакше ніяк. Мы должны жить якісно. Поэтому вот у нас очень большое сейчас получило распространение в обществе так называемый здоровый образ жизни. Он касается, это образ жизни, он касается и питания, и физической активности, и психогигиены, и участия в физкультурных массовых мероприятиях, и правильного питания. Это очень разнообразно, это очень хорошее движение, нужно к нему примыкать, смотреть то, что вам интересно, выбирать свое, и этому следовать в своей жизни. Пані Лідія, я вам дуже дякую. Насправді, з таким позитивом почали і весну ми, так? Ну, весна вже так в розпалі, але ж і літо попереду. Хочеться, щоб ми таки набралися сил. І позбулися тієї втоми, яка накопичилася, навантаження, все-все, що ми переживаємо, і ковід, і різні незгоди, і неприємності. І, звичайно, якщо будемо працювати над собою, то кращими будемо ми самі, і наше оточення це теж обов'язково. І завдяки нам воно теж буде виправлятися. Тож дуже дякуємо вам, дякуємо, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ну і, звичайно, висловлюємо вдячність обласному центру громадського здоров'я. Зустрінемось за декілька хвилин.